Привет всем, меня зовут Дмитрий Черемушкин и рад вас приветствовать на программе «Разговор о трейдинге». Сегодня разговор будет, к сожалению, небольшой, потому что сегодня мы будем придумывать темы для будущих разговоров, и я попрошу вас в этом помочь мне. Ну, во-первых, вы видите, что теперь вы можете видеть не только мою физиономию и там какой-то кусок автомобиля, теперь вы видите панораму за моей спиной. Все это мы добились благодаря тому, что сейчас идет запись через другую камеру, камеру GoPro Hero 3. Вот решили поэкспериментировать. В комментариях хотелось бы услышать, насколько вам данная панорама нравится больше, чем предыдущая. То есть, если вы видите меня вот так, насколько хорошо все слышно, все ли в порядке. Потому что если тест-драйв данной камеры проходит, то я буду снимать через нее не только в автомобиле, а могу ее также подключить и к мотоциклу, к чему угодно, хоть к самолету на крыло повесить. Итак, тестируем сегодня видеокамеру и еще тестируем темы, которые нам будут интересны. Ну, во-первых, давайте я буду говорить не монологом, а диалогом, и хочется услышать от вас, какие темы вас больше всего волнуют. Ваши комментарии с темой, да, то есть называйте тему, если хотите какое-то там дополнительное описание, вы, пожалуйста, оставляйте комментарий данному видео на канале YouTube. А та тема, которая будет больше всего залайкана, как говорят сейчас, да, или там поставится вот такой значок «хорошо», та тема будет следующей в нашей передаче. То есть чем больше плюсиков вы наберете к своему комментарию, тем быстрее оно будет появляться. И на тот вопрос, и на эту тему я буду развернуто отвечать, так, чтобы у вас не оставалось вопросов уже. Поэтому давайте вести с вами диалог и прошу от вас темы, которые вас больше всего интересуют. Исходя из этого, мы будем снимать следующие видеоролики. Что ж, сегодня разговор достаточно короткий. Мы испытываем камеру. Мы, видите, быстро едем по трассе, без пробок практически. Что ж, встречаемся в следующем нашем видео. Не забывайте оставлять комментарии и увидимся.